Всем привет, меня зовут Настя. Меня Ларита. Сегодня мы для вас решили снять такой челлендж, который называется «Приколы по телефону». И кому интересно, то, конечно же, оставайтесь с нами. Поскольку, я думаю, все знают правила этого челленджа, но кто не знает, мы вам вкратце сейчас объясним. Итак, ну, во-первых, у нас есть вот такая вот коробочка в виде сердечка. Это очень мило. Да, у нас есть такая коробочка, и в ней есть бумажечки двух цветов. Есть бумажечка такого лаймового цвета, и на этой бумажечке написаны имена тех людей, которым мы должны позвонить. Вот, и на розовых написаны задания, которые мы, собственно говоря, должны выполнить. В принципе, правила очень просты, и мы начинаем. Ну и кто будет начинать, определит Цуев, конечно. Давай. Цуефа, Цуефа, Цуефа. Я начинаю. Боже мой, ладно. Тихо. Так, зеленая и красная. Я должна... Боже мой. Я должна позвонить моей однокласснице Ане. И что же я ей должна сказать? Я должна сказать... Я задышала соседей снизу. Что мне делать? Ладно. Алло. Алло. Привет, Аня. Привет. Привет. Это Настя. Хорошо. Привет, как дела? Нормально. Мне все плохо. То есть тебе плохо? Я соседей затопила, Аня. Что мне делать, а? А я откуда знаю? Там стояли все соседи. Аня, приедь ко мне, помоги мне воду убрать. Я сейчас не дома, я приехать не могу. Аня, что мне делать? Я не знаю. Ладно, Аня. Многие могут не взять, поэтому тут проблема. Даша Грушина. Даша Грушина. Тоже одноклассница наша. Настя, твой почерк. Я еду к тебе в гости. Хорошо. Так, Даша, я надеюсь, что ты возьмешь. Так, Даша Грушина. Ребят, знаете, я такая... Я должна звонить. Если смайлик стоит, значит будет все хорошо. Алло. Алло, Даш, привет, это Лолита. Привет. Что делаешь? Кушаю. Понятно, приятного аппетита. А можешь мне тоже стол накрыть, я к тебе в гости еду. Что? Я к тебе в гости еду. Нет, правда. Хочешь, у водителя машины спрошу. Итак, сейчас у меня задание выпало позвонить Яне и сказать, что у меня захлопнулась калитка, что мне делать. Вот так. Вот это, да? Угу. Ну, она точно ответит. Обязана. Вот она ответит, да. Ты обязана ответить. Ну, конечно, Настя Кузнецова звонит. Ну, тебя про гости сразу начну спрашивать. Она радостная. Привет. Привет. Алло. Алло. Нет, что мне делать? У меня калитка захлопнулась. Я вышла. Боже мой. Я одна дома. Я вышла погулять. У меня захлопнулась калитка.
где у тебя он? Не знаю. Приедь за мной. Мне холодно. Я в туалет хочу. Ну, подойди в дом. Калитка захлопнулась. Холодно. Зачем ты вышла? Я увидела фазана. Как нас тут? Ты меня предала. Позвони Настиной маме. Это Настя. Массаж? Нет. Да какая мама Фис? Ну, а, попросила Анфис. Не было домашнего, позвонила. Скажи, что я устраивала патихарту. Нет, скажи. Я устраивала патихарту века. Придумай что-нибудь такое. Интересно. Анфиса будет не дома. Алло? Алло, Анфис, привет. Привет. Это Лолита. Я поняла уже. Хорошо, мы сегодня устраиваем вечеринку в Авроре. Можешь к нам приехать? Что? Мы сегодня устраиваем вечеринку в Авроре. Можешь к нам приехать? Во сколько? В 10. Вечером? Да, будет водка, мартини. Нет, ну, в принципе, я вам скажу, подожди, сейчас, Саня. Не надо. Я все-таки очень устраиваю, можно мне пойти? Ну, я немножко приболела, но, ну, там сколько, тоже там есть? Да. А не поздновато? Ну, можно в час приехать. Ну, а пораньше никак? Итак, сейчас я буду звонить моей подруге, точнее девочка, которая училась в нашей школе. Но потом она ушла. Да, потом она перешла. Бери задание. Сейчас, да. Настя уже не копируется номера. Так, стойте. Вот это, да? Нет. А, точно. Так, короче, мне нужно сказать Веронике, что у меня... Залетела микроволновка. Ну, как раз проблема ты написала, срочно. Может быть, Лиза? Сейчас что? Сейчас надо будет... Меня предали. Ну, я, видимо, мама спрашивает. Можно ли мне дать чудо? Пиу-пиу. Галимки. Занят пользует Лего. Но ВКонтакте сидеть умею. Абонентский номер занят. Пожалуйста, пошлите смс или перезвоните по мне. Да нам выйдет. Алло. Алло, привет, Вероник. Привет. Это Настя. Это Лена. Как дела? Хорошо. Вероник, у меня проблема. Я в интернете нашла картинки, как в микроволновке телефон заряжают. Так вот. А? Айфон? Да. И я решила попробовать маме. И короче, у меня микроволновка разлетелась. Что мне делать, а? Ты понимаешь, что со мной будет, если я скажу это? А ты не можешь? Что? Алло. Надя, ты его можешь отключить? Да ты понимаешь, что...
видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите второй выпуск, только все будет уже немножко иное. Мы просто не хотим уже портить телефончик, мне его жалко. Ладно, в общем, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И всем пока. Я вас люблю. Пока. Ня-ня-ня.